Друзья, всем привет! Сейчас я проезжаю Анталию, я еду на запад и сделал небольшую остановочку, сейчас вот здесь вот гуляю. Я здесь уже был, здесь есть речка, водопады такие красивые. Вообще, вот эта южная часть возле аэропорта Анталии, очень красивая, живописная такая здесь набережная, можно погулять. И вот сейчас декабрь, в принципе, здесь вообще не холодно, уже заканчивается декабрь. Очень много туристов со всех стран. Я сейчас видел несколько машин с американскими номерами, с Калифорнии. Я не знаю, как они либо на корабле их сюда как-то привозят, эти машины, либо еще как-то. Но все прям сюда едут. Все, очень много машин с европейскими номерами. Теслу сейчас тоже видел с украинскими номерами. На светофоре с ними остановился. Они говорят, да, заправки есть для Теслы, и у меня дома есть заправка. Набережная сегодня... Было пасмурно, шел дождик, я ехал со стороны Алании, это примерно 100 с чем-то километров, и шел дождик периодически, и в отеле тоже 2 дня идет дождь. Как раз южная часть Анталии, и вот здесь вот такое красивое есть место. Много животных здесь всяких разных, как всегда, естественно. А этот парк бесплатный, и все здесь создано для людей, чтобы люди могли прийти, отдохнуть, насладиться видом. Речка либо там где-то, либо где-то у меня за спиной. Тут прям водопад есть целый, сюда возят людей на экскурсии. Пошел дождик, друзья, и я экстренно вернулся в машину, потому что не хочу мокнуть. И, короче говоря, этот водопад здесь есть, он у меня за спиной остался. Очень красивый водопад, еще можно на лодочке к нему подъехать, его посмотреть. И вообще здесь набережная очень красивая. Ну, он, конечно же, этот город такой туристический, здесь все под туристов заточено. Очень большой город, большое население. Здесь вот 2 аэропорта, причем они находятся вместе. Видите, если он несет на голове, это значит не турок, это, скорее всего, араб или сириец, что-то типа этого. Ну да, здесь, я думаю, у них тоже смешано всякие разные национальности и культуры в этом городе. Вообще, я читал вчера, оказывается, если мы Rolls-Royce, посмотрите. Чем дальше еду в большие города, тем круче здесь машины. Вот я был на Востоке, там такого не было. Там в основном какие-то вот такие вот малолитражки маленькие. Население Турции состоит, если совсем-совсем глубоко копнуть, то оно будет состоять из европейцев, вот из Рима, из Италии, из Греции здесь выходцы будут. И даже славянские здесь есть корни, то есть примерно на 40% состоит Турция из европейцев, ну то есть из вот таких вот светлых людей, и на 10% это Кавказ примерно. И остальная часть там, это идут арабы и так далее. Вот. Вот я, видите, еду, и она длится и длится, она прям многокилометровая. Здесь это набережная, а туда там обрыв. 50-100 метров примерно, очень-очень глубоко, прям резкий такой обрыв. То есть вот эта вот часть, она стоит примерно на скале, грубо говоря, на таком обрыве. Много всяких разных ресторанов, кафе, баров. Здесь все создано для того, чтобы именно вот... Приезжали люди, отдыхали и наслаждались. И вот я сколько еду, я все продолжаю ехать и ехать. Также здесь вот квартиры, я так понимаю, их можно либо купить, либо снять в аренду эти квартиры. И даже пожить здесь какое-то время. Очень много людей русскоговорящих здесь, и из Европы очень много именно в Анталии живет. И вот девочки вот просто в блузочках, видите, одеты, даже без курток, в принципе, не холодно. Вот спортом тоже девочка занимается в одной кофте, и вот это уже у нас декабрь здесь заканчивается. Она примерно начинается, эта набережная, где вот аэропорт, и вот так вот она идет, идет, идет. Я даже не знаю, сколько километров, но очень много. Еще здесь в Анталии есть большой такой аквариум. Большой, самый большой в мире подводный туннель. То есть там всякие разные рыбы. И внутри этого аквариума проходит туннель. И он самый большой в мире, самый длинный считается. Поэтому если окажетесь, особенно с детьми, я думаю, детям будет очень интересно.
Еще здесь очень много представлено вот таких вот магазинов Carrefour, Macro Center. Это все такие европейские супермаркеты интересные. То есть вы туда можете зайти, там по фиксированным ценам все купить, то, что вам нужно. И здесь еще на этой набережной очень много самокатов. Они просто прицеплены либо к домам, либо к каким-то столбам. И я считаю, что это первый признак того, что здесь благополучный такой район, благоприятный. Вот видите, самокат зеленый стоит. Он прицеплен, и какое-то приложение, вы через это приложение, через телефон открываете и можете кататься. Он на электричестве, заряжен, все, на нем можно гонять сколько угодно. Вот, то есть, с левой стороны у меня сейчас и справа это все рестораны. То есть, это вот набережная такая большая. Так, а здесь есть, по-моему, стоянка бесплатная. Ну, может быть, она и не бесплатная, но очень большая. Да, скорее всего, бесплатная, никаких шлагбаумов, ничего нет. Можно остановиться. И вот таких вот стоянок здесь достаточно много. Вот эти вот самокаты, вот, к примеру, у нас в Алматы, они стоят в основном только в каких-то благополучных, хороших районах, где именно вот такие места хорошие. Я так понимаю, что это один из самых таких престижных районов, поэтому они здесь этих самокатов понаставили, чтобы люди здесь гуляли, катались на них. Как раз про то, что я вам говорил, как люди переходят к тому, чтобы не владеть именно вот этим вот каким-то транспортом, а уже использовать его по подписке. То есть вот самокат стоит, вы его, допустим, хотите здесь на нем покататься, берете, достаете телефон, достаете, открываете приложение и подключаете и используете, собственно, парк. Парк. Публичный парк, любой желающий может прийти здесь, провести время. Очень красивый парк. Бесплатно, ничего платить не надо. Так, здесь отель Акра. Должен быть хороший отель. Судя по моему опыту, такой симпатичный отельчик. Да, должен быть интересный. Я еще чуть-чуть понял. Акра Ви. Вот он здесь состоит вот так из двух частей. Через дорогу можно из одного в другой перейти. Я сейчас хочу все-таки вырваться отсюда. Может быть, после Нового года я сюда вернусь, если у меня останется время, я здесь проведу какое-то время. Вот я был здесь несколько лет назад. Мы приезжали сюда с семьей. И я как-то вот не обратил внимания, а он такой, оказывается, интересный город. Так много здесь всего интересного, вот особенно зимой. Вот так вот приехать, столько зелени, пальмы. Хорошая погода. Тем более казахстанцы здесь могут находиться 90 дней за полугодие. Вообще прекрасно. Друзья, вот здесь вот на западе Анталии, посмотрите, какие красивые горы. Прям невероятное что-то, как будто бы какой-то затерянный мир такой. Я вот в Турции такого еще не встречал. Вот как раз прямо по курсу эти горы. И просто нереальная какая-то красота. Я сейчас решил выехать с этих маленьких улиц на вот такую вот здесь трассу у них есть. В основном она проходит туннелями по всему городу. И периодически, очень редко попадаются светофоры. Дождик тоже то заканчивается, то начинается. Вот, Кемер. Как раз мне туда надо ехать. Очень удобно. То есть любой перекресток, и мы его проезжаем. И это даже не D400. D400 туда, там проходит правее, и она тоже есть. Я так понимаю, она тоже вот так вот туннелями, колечками. То есть если человеку нужно насквозь быстро проехать город, он его спокойно сразу быстро проезжает. Здесь также есть старый город. Мы чуть позже туда вернемся. Температура в районе 18 градусов. Несмотря на то, что пасмурная погода, очень тепло здесь. Очень много всяких разных торговых центров, развлекательных центров. Потом вот видите, с правой стороны это у них пешеходный переход. И он с двух сторон, там специальные эскалаторы, чтобы люди могли подняться, опуститься. То есть не лесенка, а просто стоят и эскалатор их поднимают и опускают. Лишнее напоминание того, как Турция приучает к такому комфорту, к такой обстановочке, что нигде не надо напрягаться, все делают за вас. Даже вот для пешеходов, вот элементарно, вот еще пешеходы. Сколько будет пешеходов здесь в Анталии, в Стамбуле,
все они будут оборудованы вот такими вот устройствами, которые поднимают пешеходов. Про вот эти горы я вам говорил, они очень прям красивые такие. У меня такое ощущение, что я где-то в Таиланде, может быть, даже в джунглях. Там у них тоже похожие иногда встречаются вот такие вот скалы красивые. Так, с левой стороны здесь я вижу круизный терминал у них есть, оказывается. Смотрите, круизный терминал, и потом вот туда дальше, там фуникулеры еще. Фуникулеры, то есть на этих фуникулерах теоретически здесь можно покататься, но, естественно, для этого нужно выбирать погоду, чтобы ясная погода была. Это бесплатная дорога, бесплатная трасса, но она вот с отбойником посередине, четырехполосная, широкая. По-моему, здесь других нет. У меня на втором телефоне закончился интернет, мне надо будет сегодня его пополнить. И у меня вот то, что карта сохранила основные черты, вот я их только сейчас вижу. То есть я понимаю, что это D400, я понимаю, что я еду на запад. И в принципе мне этого достаточно. То есть море постоянно будет на юге. Ох, да там остров, он какой красивый. Прям такой кусочек острова и рядом марина. Какие здесь такие красивые места, ребята. Все-таки я вот здесь уже путешествую целый месяц, и я понимаю, что вот они дают 90 дней за полугодие для казахстанцев, и вот я понимаю, что 90 дней даже, наверное, будет недостаточно, чтобы вот так вот объездить всю Турцию, в каждый уголок заглянуть, полюбоваться. Здесь все создано для туризма, все, хорошие дороги, низкая стоимость аренды машин, отели повсюду. А мне ехать всего лишь 30 километров, я сейчас быстро до туда доеду. Вот, значит, с правой стороны у меня остается вот эта вот марина красивая, вот этот остров красивый. Столько зелени, такие скалы красивые. Если я сейчас поеду во Францию, там такого не будет. Там столько зелени не будет. Ну, хотя, может быть, где-то на Лазурном берегу. Ну, не знаю. С учетом того, что в Европу нужно делать шенген, и какой смысл вообще, я, честно говоря, не понимаю. Если точно такая же природа красивая, цены на порядок ниже. Вот прям невероятная природа. Я сюда никогда не заезжал, мы единственное путешествовали один раз на яхте, где-то вот в этих краях тоже надо посмотреть, но это, конечно, все, вот Турция, она такая прекрасная со всех сторон, и с гор красивая, и красивая, с моря красивая, там вот я не могу понять, то ли уже снег в горах, то ли это просто солнце так красиво, ярко светит. Вот такие дороги мне еще ни разу не попадались, чтобы хвойные леса прям такие густые-густые. Ну вот, друзья, единственный, наверное, минус этого побережья, это то, что здесь каменистый вот такой вот пляж, галька. То есть, если мы поедем на восток, то там будет в основном практически везде песчаные пляжи, но вода практически прозрачная. И несмотря на то, что плохая погода, посмотрите, видимость прям до Анталии. Это около, наверное, 20-30 километров. Вот видимость, насколько здесь чистый воздух прозрачный. Ну, в основном все отели закрыты, пирсы, по крайней мере. Друзья, посмотрите, какие отели здесь красивые. Они прям вот в лесу вот так вот находятся, как будто бы санатории какие-то. Вот. Даже если какие-то отели 3 звезды, вот я сейчас проезжал, просто внимание обращал, они такие солидные, очень интересные и так далее. Но столько много зелени я в Турции вообще вот первый раз встречаю, чтобы вот прям со всех сторон прям зелень и зелень была. А вот Риксос Сангей. Да, это же реально, это же вот одни из самых крутых отелей, которые есть вообще здесь. Отель очень крутой. У них здесь своя собственная марина, такая вот заводь. Рядом с ним там тоже есть какие-то отельчики, но все пустое, все какое-то заброшенное. Вот здесь тоже какие-то сараи, я вообще не знаю. Место очень красивое. Я таких мест в Турции еще не встречал, чтобы вот так вот море было свое собственное. И чтобы
вот такое, вот такая вот заводь была. То есть у них сюда вода заходит, но у них волн нет. То есть она, во-первых, здесь вот так вот нагревается на солнышке, очень теплая вода будет. А во-вторых, еще плюс ко всему, волн не будет. То есть здесь вот такой вот большой волнорез. Ни у кого нету, только у этого Риксоса. Но вот этот волнорез, который они сделали, я вам должен отметить, здесь очень много труда, сил было вложено, и столько много денег, чтобы именно вот создать вот такую вот здесь заводь, чтобы у них такая водичка была чистенькая. Она как бы обменивается, меняется, то есть в с морем. Ну, такая бухта, то есть здесь всегда будет теплая, во-первых, вода, а во-вторых, без волн. Взял, у них здесь еще вертолетная площадка, плюс ко всему. Капец, это вообще нечто. Ну и там пляж есть еще вот с волнами открытый. Это тоже территория, которая принадлежит, я так понимаю, отелю. Да, отель очень крутой. Друзья, примерно вот так вот выглядит мой типичный завтрак в Турции. В Турции, если вы придете куда-то в кафе или ресторан, закажете обычный турецкий завтрак, он будет примерно выглядеть вот так везде, во всех ресторанах. В центре вот Кемера, в центральной части, есть такое милое кафе. Оно называется кафе Мока. Здесь можно подняться на второй этаж по такой лестнице. У них здесь туалет. Кстати, в Турции в любом в кафе, в любом ресторане можно спокойно зайти в туалет. Даже не обязательно спрашивать. Ну, желательно, конечно, спрашивать. Я не знаю, почему у нас в Алмате вот это вот не эксплуатируется вот так вот кровли, не используется почти везде во всех зданиях. Даже если это обычное какое-то простое здание в Турции, они его стараются использовать, а если это кафе, то тем более. На каждом столе стоят для рук, обрабатывать руки. Вот, так, собственно, выглядит этот город. Город Кемер. 90% отелей не работает. И еще здесь вот в Кемере, если вы посмотрите, здесь нет у них многоэтажных зданий. Я так понимаю, здесь это строительство либо запрещено, либо еще что-то. Вот здесь есть вот отель, но он там сколько, 4-5 этажей. Это самое высокое здание, наверное, в Кемере. С севера у него горы, и с юга море. Очень красивая местность, очень. Я вчера, когда сюда заехал, у меня было такое ощущение, что я попал куда-то то ли в Европу, то ли вообще в Японию, непонятно, у меня такой культурный шок был. Еще нужно отметить, что здесь отели либо какие-то супер крутые, либо какие-то обычные, там несколько звезд, одна-две звезды, до трех звезд, какие-то простенькие совсем такие отели по $10, либо там по $100 отели, то есть какого-то такого центра, середины нет. Заплатил я 50 лир всего лишь, это около $3-4 за завтрак. Ну, в таком вот месте, в центре города, в принципе, я думаю, это нормальная цена. То есть можно поужинать за 50, за 100 лир, можно пообедать за, в принципе, в этих пределах. Причем в достаточно приличном месте это можно сделать. Как правило, все отели, в которых я останавливался, они предлагают завтрак бесплатно, и некоторые еще ужин предлагают. Как вы выберете? Можно all inclusive выбрать, еще обед будет и все такое. Здесь есть марина, очень много парков, очень много русскоговорящих людей, очень много. Во всех гостиницах, во всех более-менее приличных ресторанах все официанты, весь стаф, все разговаривают на русском, все. С одной стороны, это, конечно же, очень удобно, но мне бы хотелось бы лучше практиковать больше свой английский. И я уже тут по-турецки научился понимать на Востоке. Вот они здесь нарядили елочку. Вечером она будет светиться. Это центральная часть. Здесь есть Wi-Fi, как правило, в Турции. Во всех кафе, во всех вот таких вот туристических местах есть Wi-Fi. И, как мы уже с вами видели, в Аланье здесь можно кинуть какие-то копеечки, 1 лир, и туда попадет корм, собаки, кошки смогут прийти покушать. Если мы с вами поедем куда-то на трассу или на север, там можно встретить очень много
собак, которых прям вот голодные, которые прям вот при смерти, можно сказать. И я, как правило, всегда на завтраке делаю себе сэндвич, такой запасной, на всякий случай, потому что я могу оказаться где-то в горах, могу оказаться где-то, где нет кафе, ресторанов, и чтобы перекусить быстро, у меня всегда с собой один или два сэндвича есть. Это очень удобно, потому что на всех завтраках, во всех отелях, там, как правило, есть такой шведский стол, тостерница, то есть можно с помощью тоста сделать... Нет, спасибо, спасибо. Куда? Одежды не желаете? Одежды нет, не желаю. Нет, спасибо. У меня есть много одежды. Полный чемодан. Да? Да. Уже. Хорошо. Передавайте Казахстану привет. Да, привет Казахстану. Спасибо. Давай. Вы хорошо говорите по-турецки, по-русски? Все так. А, здесь в этом городе все так говорят, да? Почему? Много туристов из России, да? А вы здесь родились, да? Да. Вы здесь живете, да? Хотел со мной пообщаться, в итоге я его заболтал, и, в общем, он передумал. Вот, друзья, бойтесь своих желаний. В общем, как правило, на завтраках есть специальная машинка, которая греет хлеб, такая грильница, и я себе делаю несколько сэндвичей на обед, один или два сэндвича, потому что и, в общем, всяких разных этих собак, кошек, там, всяких разных курей подкармливаю, чтобы никто не голодал. У меня, как правило, два приема пищи. Это вот на завтрак я просыпаюсь, иду в отель, делаю себе сэндвич в обед. Могу этот сэндвич скушать или где-то остановиться, если мне что-то понравилось, там покушать. А на ужин я, как правило, либо не кушаю, либо ем, может быть, какие-то фрукты. Как правило, это тоже все с завтрака. Поэтому у меня здесь еда почти бесплатна. Я здесь на еду вообще практически не трачу ни времени, ни деньги. А, еще я не люблю останавливаться в кафе, потому что очень долго готовят, очень. Можно просто час ждать, и ну, для них это нормально. И могут там свет отключить, или там еще что-то. Или... Они не забудут ничего, просто они ну, долго готовят. С правой стороны здесь такой канал, сейчас здесь воды нет, но я так понимаю, летом это будет вот такая вот набережная, такой бульвар, променад такой, он проходит от центральной части до моря проходит. Здесь, во-первых, можно зарядить два слота по 5 ампер, во-вторых, этот столб, он раздает Wi-Fi, и это везде вот так вот, в Турции, здесь у них в парках, где-то в таких местах, где люди собираются, вот такие вот кормилочки стоят для собак, и Wi-Fi есть. И еще я заметил, некоторые банкоматы, то есть банкоматы, где вы снимаете деньги, обналичиваете деньги, вы можете тоже воспользоваться Wi-Fi, подключиться к банкомату. Ну, как бы это логично, потому что все банкоматы, они подключены к интернету через Wi-Fi, и что им стоит там раздать на какой-то минимальной скорости. В этом плане они большие, конечно же, молодцы. Вот такие вот детские площадки, куда бы вы ни приехали, в какой бы вы колхоз ни приехали, в какую деревню, где бы вы ни оказались, будет с мягким покрытием обязательно детская площадка, большая, маленькая, неважно какая, но она будет. Вот здесь мы с вами пришли уже к марине. И сразу же пляж, видно, что камушки. Как только я проехал Анталию, сразу начались вот такие вот пляжи каменистые. Вот так у них, друзья, здесь выглядит марина. Она не такая, конечно, лакшери марина, как в Мерсене мы с вами видели. Там прям совсем крутая была марина. И с крутыми кафе, ресторанами. Ну, так или иначе, все равно здесь стоят очень много парусных яхт, моторных. Яхт много. В этом городе Кемер именно русскоговорящие такие состоятельные люди. То есть видно и по одежде, и как одеваются, и так далее. А в Алании едут именно такие, более бюджетный вариант. Вот, друзья, в продолжение темы о еде.
примерно за 2, за 3, за 4 доллара вот так вот можно поужинать с мясом, со стейками, с салатами. Вот такой вот комплексный небольшой обедик. И 1 доллар суп стоит. Еще есть один парк. Как я вам говорил, уже парков очень много. И вот здесь наглядно видно, как они демонстрируют движение шелкового пути, как они на верблюдах через пустыни вот это все таскали, возили. И везде вода течет, везде вода течет. Вот можно подойти, руки помыть, набрать, я так думаю, это питьевая вода попить. Ну, город классный, мне город очень понравился, несмотря на то, что здесь много наших, все равно люди такие спокойные. Пожалуй, основная, самая главная изюминка этого города, то, что здесь горы. И туда можно прям уходить, там есть каньоны красивые, вот в эти леса, в горы, там можно здесь изучать окрестности, я думаю, неделями. Город достаточно небольшой, население, я думаю, около, наверное, несколько десятков тысяч человек, наверное, до 50, до 100 тысяч. Вот здесь вот тоже базар у них есть, скорее всего, там. И, в общем, его можно обойти полностью, весь этот город, за день. Но самое интересное, это, конечно же, окрестности. Еще таксофоны. Я думал, таксофонами не пользуются. А здесь вот, друзья, посмотрите. Именно этот город очень сильно европеизирован. И здесь даже вот, когда мечеть, молитва, ну, она так... Быстро и как-то тихонечко, и все. Дороги между городами. То есть я вот сейчас покинул Кемер город, он у меня остался за спиной. И вот здесь есть вот такая вот горная дорога, по которой мы сейчас с вами едем. И правее есть D400, она более такая широкая, это как бы уже трасса такая бесплатная. И я вот решил прокатиться, посмотреть по горной дороге, но очень много зелени и прям такие заросли, как будто бы джунгли. Но если туда пойти, то там такие не пробраться даже. Здесь есть тропинки трекинговые, то есть кое-где можно заезжать на машине и дальше, то есть пешочком гулять, на горных велосипедах, наверное, кататься. Я вот как только проехал Анталию, у меня сразу такое было ощущение, что я как будто бы где-то какой-то другой стране. И тут и такая у меня был такой диссонанс небольшой, и сравнивал с Америкой, с Японией это место, и с Европой. То есть здесь он, вот этот Кемер город, очень широкий, очень большой, много парковок, везде парковки разные. И ну, конечно же, это курортный город, все создано для того, чтобы люди приехали, отдохнули. Очень много алкоголя, прям магазинов много, которые продают алкоголь. И здесь уже ислам не так сильно выражен, конечно же.